Еженедельное аппаратное совещание «Актива» было начато с приятной торжественной миссией. Женскую команду спортивного фестиваля «Горянка», который состоялся в городе Избербаш, поздравили с победой. Далее спортсменкам предстоит побороться за звание лучших в городе Анапа. Переходя к основным рабочим вопросам, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов попросил отчитаться о ситуации за прошедшую неделю Управления гражданской обороны. В своем докладе Вахирсултан Джангулов обозначил, что во время проливных дождей специалисты сталкиваются с проблемой непроходимости воды по ливневым стокам по причине засорения. У нас возникла реальная угроза подтопления. Значит, у нас улицы, набережная, заречная, зажелезная часть дороги, Махачкалинское шоссе, Магидово, Татурбиево, Датуево подверглись подтоплению, значит, в некоторых местах, где-то около 20 частных домовладений зашла вода. В продолжении собрания выступил главный инженер управления коммунального хозяйства Салтампаша Саидов, отметив, что до конца текущего месяца планируется установить светофоры на пересечении улиц Грозненской и Магидова, а также будет произведена реконструкция дорожного покрытия по центральным улицам города. Кроме того, продолжается работа по установке ливневых стоков. Когда идет дождь, ливень, да, по команде, по указанию руководителя, весь рабочий готов уходить. Чистить эти ливнеприемки. Вот и все. Именно. На собрании также был затронут ряд других вопросов в сфере финансового управления, а также реализации муниципальной программы формирования городской среды. В частности, затрагивая тему реконструкции подземного перехода, где специалист коммунальной службы Шамсулгуда Магомедов обозначил, что основная часть работы уже выполнена. В завершении руководителям всех служб были даны соответствующие поручения. Бика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».